Всем снова привет, и из зрительного зала мы выцепили очередного фаната. Привет! Серег, сейчас, в юху дам и приду. Здорово, чё, всем привет! Здорово, ребята! О, дота, хорошая дота! Хорошая? Не видели, что ли? Там вообще что творится, Миракл, но наказывает, а! Жесть. А вы это, да, аналитика, да? Ну, я вас часто смотрю, хочу сказать, а вот этот вот Янислав Кузнецов у вас жарит прям каждый раз, как скажет, так всегда ржу прям. Мы с пацанами собираемся всегда вот на диван садимся, и там вот этот Янислав, он всегда там по игре, как что скажет, я прям сначала умно, потом как поржу с ним, а? Да, батя такой. Да. Не, ну вообще, не классно здесь в Париже, я это, свою просто... Привез здесь выгулять, да? Ну, там, таксую в Брянске. Ну, что? Ну, хватает на жизнь. Вот один раз шикануть решил, а тут еще и дота, пожалуйста, тебе. Микрозаймы, да, вот это? Не напоминай, брат. Душат там. На родине, может, и не вернусь, может, здесь останусь, понимаешь? Зачем напомнил? Ты долго у меня микрофон тут держать будешь? Ты же этот интервьюер, ну, спрашивай. Говори. Как тебе турнир? А я отвечу, хорошо, турнир проходит достаточно интересно. Борьба очень интригует то, как PSG, LGD сыграют, ну, якобы на своей площадке, потому что они китайский коллектив, который принадлежит французской команде, при том, что они играют на турнире, который организует именно китайская страна. Давай как-то так разговор построим, чё ты, а? Куда? Какие герои там надо драть, ну, чтобы LGD победить во второй? А вот пусть ребята, которые на диванах сидят там. Ты никогда там не был, да? Не, вы чё? Меня туда, да ладно, да хорош, ладно там. Там такие вот это видно. Тяжеловесы, да, доты, тяйвинеры. Ну да, вот этот вот, который в камеру смотрит, так это вообще угар. Просто понял, он на меня, я на него, и вот так вот. Понимаешь, 10 минут сидим, смотрим. Это вообще, это раздрай какой-то, я не могу. А вот этот вот есть, понимаете, да? Говорят, адекват. Да он не адекват вообще. Вы слышали, что он иногда говорит там? Китай свой комментит. Да это зуб что-то это пошаливает. Когда Факер, помнишь, ушел, такая пустота вообще появилась. Вообще. Потом какие-то непонятные цветные парни понагулялись. Потом Рамзес от них подцепил эту болезнь. Знаешь, как называется? А Факер это который? Мужик, иди отсюда. Что ты орёшь? Да пацаны, да нормально. Что орёшь? Ладно, друзья, отправляемся к вам.